Тебя ждет смерть от отравления. Время уже не станет. Честь и отчизна. Знаешь, что про вас говорят? Хочешь справедливости? Знай. Ну, пиздец себе! Не давайте ему продохнуть! Он...
Thank you.
гнездо гнильцов. Нужно его уничтожить. Ну что, паскуда? Вход в нору Накеров.
Похоже, дождь собирается. Грамотку не желаете? Дешевле, чем у меня, не найдете. Что еще за грамотки? Вы ничего не знаете? Реданцы заняли все броды на Понтере. Без подорожной грамоты никак не проехать. Но вам повезло. У меня как раз есть несколько на продажу. За столько я куплю золоченую карету, а сам оденусь родовидом. Ежели у вас денег не хватает, так что поделаешь? Ладно, не договоримся. Эй, подождите. Может, у меня для вас найдется работа. А за работу выправлю вам скидочку. Что за работа? Недалеко отсюда, к юго-востоку, Шурин мой открыл дело. Вместе с другими людьми поле битвы убирает. Беда в том, что им все время докучает какая-то нечисть. Ну, знаете, твари всякие, что к трупам тянутся. Если бы вы поохраняли моего Шурина, я бы вам прекрасную скидочку нарисовал. Я думаю, ты дашь мне скидку просто так. Да, прекрасная мысль. Будет тебе скидка. Ладно, посмотрим, что я смогу сделать. Смехнуть меня хотите? Что это у тебя с рожей? Эй, ты! Чего надо? Я по поводу объявления. Кажется, у вас неприятности с каким-то чудовищем. Неприятности? Эх, ты ладно выразился. Да мы, сука, в самой черной жопе. Вот такие у нас неприятности. Сидит какая-то кудлатая хуйня в лесу и нападает на каждый гребаный транспорт, который едет по большаку. У нас уже болты кончаются, стрелы, провиант. Нехорошо. Послал я пару людей, чтобы глянули, что там и как. А они не вернулись. Дело такое. Принесешь мне башку этой манды, получишь золото. Сколько в объявлении написано? Торговаться не буду. Квартирмейстер больше не даст. Но могу от себя добавить грамоту, с которой можно через Понтер перейти. Ну так как? По рукам? Неплохое предложение. Посмотрю, что можно сделать. Если бы не хотел. Давно бы мы все поняли.
тебе? Работа у меня для тебя есть. Я так понимаю, ты ж ведьмак? Что нужно? Чтоб мои люди спокойно дело закончили. А то здесь одни трупоеды. Избавься от них, так мы с тобой что найдем, поделим. Согласен. Ну что, паскуда? Сейчас у меня хребет пополам треснет. Я ничего плохого не делаю. Ну что, паскуда? Ловко ты справился. Вот твоя доля. И чего тут потеряли? Домовые самовилы. А, снова вы. Ну, выкладывай свое предложение. Твоего Шурина и его людей я уже встретил, и они теперь спокойно работают. А, вот видите, сразу другой разговор. Я должен еще подумать. Бывай. О, встряхнуть меня хотите? Пока я добрый. Пригожую колдунью найти все труднее. А развлечься тоже хочется.
Следы когтей, тупых зубов. Здесь пировали трупоеды. Они сбежались на все готовое. Все разграблено. Или кто-то свистнул груз уже после нападения монстра, или наш монстр коллекционирует боеприпасы. Раны как от когтей, а здесь стрела, обломанная у самого тела. Следы ног. Кто-то выжил. Для чудовища похоже на человека. Что-то здесь не так. Пойду по следам. Здесь стоит осмотреться. Еще один шаг, и у тебя в башке будет лишняя дырка, Деина. Чего ты тут ищешь? Я должен поговорить с твоим командиром по важному делу. Я тебе не верю. Я догадался, когда ты навел на меня лук. Ты все еще держишь меня на прицеле. Я не буду делать никаких глупостей, уверяю тебя. Тогда отдай мне оружие. Ну, давай мечи. Сними их, и я отведу тебя к Вернусиэль. Хорошо, веди. Ладгерн, интересно. Мы здесь на чудовищ не жалуемся. Вы нет, а вот эриданцы уверены, что в лесу завелась какая-то бестия, и наняли меня, чтобы я ее убил. Но это они ошиблись. Не в первый раз, впрочем. Здесь нет никакой бестии, и тебе здесь делать нечего. Это не шутки. Погибли люди. Погибли солдаты. Солдаты Родовида, которые преследуют Айнсиды от Великого моря до Синих гор. Которые участвовали в погромах, пытали наших братьев и насиловали наших сестер. Я не буду их оплакивать. Мы не перестанем нападать на эти транспорты. Мы должны есть так же, как и вы. Так что у тебя две возможности. Уйти отсюда и забыть обо всем, что ты здесь видел. Или умереть. Делайте, что хотите, я не буду вмешиваться. Отдайте ему его вещи. И добавьте еще что-нибудь с этих транспортов. Мудрые решения достойны награды. Вафаэль.
Ну что, паскуда? Император поведет нас прямо на Новиград. Варвары. Thank you.
гнездо гнильцов. Нужно его уничтожить. Ну, наконец-то! Ну как, нашел чудовище? Нет никакого чудовища в лесу Скатаэли. Скатаэли, говоришь? А я-то думал, мы от этих крыс давно избавились. Так что, перерезал ты их? Эльфы не чудовища, поэтому нет. Но если с ними что-нибудь случится, я жалеть не буду. Ну, конечно, не будешь. Хороший нелюдь, мертвый нелюдь, как говаривал мой батька. Но награды я тебе дать не могу, потому как ты задание не выполнил. Зато вот, держи пропуск.
за то, что донес властям про все, что нужно. А со скотоелями мы уж сами разберемся. Откуда его взять, Чистовый? Правда это? Ведь это вы путников пропускаете, а не родовитые. Знаешь же ты. Yeah.